Мы крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа. В мире много есть слов. Отец, Сын, а Дух Святой отсутствует. И когда мы считаем Римлянам 8:9, говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Но я хожу, причащаюсь, молюсь, уже стал, может, помочь и патриарха. Зависит от того, есть ли Дух Святой. А как узнать? Есть одно ясное свидетельство. И Дух Святой коснулся, и человек начал благовествовать. Так же поступила Елизавета, с Девой Мария была, и рассеявшаяся, 84 деяния говорит, ходили и благовествовали. Где бы вы ни разговаривали с кем, в поезде едете, по телефону, постарайтесь научиться быстро переходить на эту тему. Сын не слушается там или что-то, он Бога не знает. А когда Дух Святой коснется, у него весь мир засияет другими красками. То есть вы найдите для себя как тетрадку составьте, что Дух Христов ведет нас в вечное царство, непеременяемое. Люди изменяют, Бог неизменен. Проверяйте себя на свидетельстве, когда последний раз вы свидетельствовали. Вот вы стоите сколько. Это все плоды свидетельства. Через интернет наш нашли так, сколько было. Каждая душа пришла через свидетельство. Не то, что от родителей, которые на руках. А остальные это через слышание. Как сегодня пишет там Павел Бочков, доктор богословия. Через наши проповеди пришли тысячи людей в православие. Не наше, Божье, Дух Святой. Да благословит вас Господь на это. И каждый день просить Господи, соделай меня истинным благовестником православной святой веры. Богу нашему слава во веки. Аминь. Аминь. Ну все, поздравляйте друг друга. Все проходим в храм для причастия. И там благодарственная молитва. Поздравляйте. Кого? Серафима говорила, когда, говорит, идет на доброе дело что-то делать, то ангелы шаги считают. Там плохая дорога, не упал. Так, все, собирайте. Смотри. Ну что, Роман, так, идемте. Поздравляю вас. Где Володя? Володя? Да. Идемте. Володя. Володя. Давайте сейчас будем пасхальное песнопение петь. Все, давай, вперед. Подвигайся. Посмотрите. Оружие-то берите, кто там придет, братья. Слава Христу! Очень рад, что вы добрались. Помолитесь за меня. Вы сейчас ближе всех к Богу. А ты куда? Иди сюда, мой хороший. Спаси Христос! Вас спаси Христос! Давайте подкальня будет. Кровь нам дались. Нет, это мои, мне подарили. Вот возвращаемся после крещения. Thank you.
сестры приезжие. Трое. Помоложе кто? Трое сестер приезжие. Сюда проходите, вот к этому тополю. Сюда, сюда, идите, пройдите. У нас самый толстый тополь. Сколько человек можете обнять? Втроем. Обнимите, нет? Да ты не ходи. Я старая, да? Да, ты нет, ты не надо. Самые молодые, сестры. Да. Давай. Что? Давай. Вот тополь у нас. Так, что еще? Где-то. На Кате это ножи. Так. Ну? Ну, берите. Ну? Второй, вот это. Втроем хватит, нет? Ну, берите за руки. А. Где да, там ваши руки? Втроем, да. Все взяли, что ли? Да, втроем. Да. Вот. Какое дерево у нас выросло? Когда ты успел, брат? Сюда проходите, братья, все. Вот сюда, фотографии общие сейчас будут. Фотографии общие. Вставай, брат. Всем. Для общей фотографии. Вставай. Всем. Даже по краям вставайте с хоругами. Один на один край, другой на другой. Не равен сюда. Сейчас нет. Сейчас мы фотографируем. Он еще бегит. Так, грустные лица убрали, только веселые улыбочки. Андрей, быстрей! Андрей, быстрей! Ну вы не растягивайтесь бегом, там. Не шагом, а бегом. Дарья, не растягивайся. Ну куда? Вот так хотя бы. Быстрее, быстрее. Обещали дождь. Сюда, вперед, вперед. Давай. 33 раза за 33 года, не раза за. Сейчас мы встанем, кто кого не сфотографируем. Да, давай меня. Давай. Бесполезно. Нет, это он будет так делать. На человечка там крутани, Дарья. Смотри. И сфотографируй. Ровность этот горизонтов, посмотри. Все, а мы попадаем? Все, последний. Все. Вперед. Поздравляю, Наташенька. Значит, поздравляю тебя. Ой, благослови тебе, Господь. Христос с тобой. Вот возвращаемся после крещения в храм Господень. Это крестный ход был. Вот у нас храм. Как выглядит? Это у нас сегодня 7 июля 2024 год. Воскресный день. Вот первый идет крест. Потом идут хоругви. Святые идут. Святые избранные. Это тоже. Да? Должно быть, по крайней мере. Смотри, брат Андрей, заберет у тебя кадильницу-то. О, Ездра проснулся.
Ездра, доброе утро. Ты все проспал. Я с вами был только во сне. Все видел во сне. Да, они чистые. Сейчас погрязь там. Там где-то 14 минут записано просто ничего. А остальное помогите.